Декларацию о своих доходах за 2013 год граждане должны представить до 30 апреля 2014 года. Обязаны подать декларацию. Физические лица, которые продали свое движимое и недвижимое имущество, которое находилось в собственности менее 3 лет. Вне зависимости от суммы, которая указана в договоре, они подают декларацию. Если это, например, такое имущество, как земельный участок, квартира или дом, то налоговый вычет, необлагаемая сумма, то есть составляет 1 000 000 рублей. Но декларация все равно подается, даже если продажа была до 1 000 000 рублей. Или если при продаже автомобиля, гаража или нежилого помещения, эта сумма необлагаемая 250 тысяч рублей. Но также декларация подается в любом случае, больше этой суммы или меньше. Но, собственно, если более 3 лет было имущество, декларация не представляется. Также обязаны представить декларацию граждане, которые получили в дар имущество. Помимо декларации предоставляются подтверждающие документы. То есть, если это купля-продажа, то это договор, копия договора купли-продажи. Если представить не в срок, то есть после 30 апреля, то не менее 1 000 рублей, будет зависеть от суммы штраф.